Упаковать багаж в аэропорту за 1 рубль – это вовсе не сказка, а реальность. Данная услуга предоставляется держателям премиальных банковских карт Visa совместно с компанией Pack and Fly. Оплачивайте упаковку багажа картой Visa и получайте скидку 20% на любую упаковку для карты Visa Platinum. Также получайте 4 бесплатных упаковки для карты Visa Signature. Далее скидка 20% на каждую упаковку. И получаете аж 8 бесплатных упаковок для карты Visa Infinity. Далее скидка 20% на каждую упаковку. Но не спешите расстраиваться. Коль вы летаете самолетами, наверняка в вашем кошельке найдется хотя бы одна, а может и несколько таких карт. Например, кредитная карта от банка Тинькофф, которая дается всем желающим. Да что там Тинькофф, таких банков десятки. Как воспользоваться предложением? Покажите свою премиальную карту Visa перед упаковкой багажа. Оплатите услугу этой же картой и получите упакованный багаж. Предложение доступно в следующих аэропортах: Москва-Шереметьево, терминал Е и Ф, Москва-Домодедово, Анапа, Астрахань, Владивосток, Воронеж, Геленджик, Казань, Краснодар, Мурманск, Набережные Челны, Омск, Сочи, Сургут, Уфа, Южно-Сахалинск. К слову сказать, при средней стоимости упаковки одного чемодана в 500 рублей, помноженное на количество перелетов, получается неплохая экономия. Так что спасибо Visa и Pack and Fly. Подробную информацию, а также о сроках акции вы можете найти, пройдя по ссылке под этим видео. Смотрите следующее видео, и вы узнаете, как напоить и накормить всех своих друзей, путешествующих с вами в бизнес-залах аэропортов, абсолютно бесплатно.